Всем доброго дня. Сегодня мы снова касаемся Дао Дэ Цзин, такого трактата, который является чуть ли не культовым в мире традиционных боевых искусств, не только китайских. И сегодня мы обратимся к одному из джанов. Мы рассмотрим этот джан в нескольких переводах, и я попробую это прокомментировать со своей точки зрения, учитывая мой опыт. Вообще, на всякий случай, хотелось бы сказать снова, что с одной стороны, для более плотного и глубокого освоения боевых искусств нам необходимо обращаться к первоисточникам, потому что в них заложены те принципы, которые мы, собственно, и пытаемся освоить. Еще раз напомню, что боевое искусство – это не набор слепых, бессмысленных действий. Это такая стройная достаточно концепция, целая структура, которая учитывает цели и задачи, все цели, задачи и принципы боевого искусства. То есть это в некотором смысле наука. Давайте рассмотрим на простом примере. Ну, например, для того, чтобы что-то построить, не знаю, мост построить, вы должны обладать целым набором специальных знаний. Вы должны знать сопротивление материалов, быть знакомыми с архитектурой в принципе, с разными архитектурными формами. Должны знать физику и так далее, и так далее. И вот тогда вы добиваетесь своей цели посредством таких или других принципов, которые изложены в тех науках, которые позволяют, собственно, осуществить вот эту задачу. Вот в боевом искусстве все точно так же. Ребят, боевое искусство – это наука. И поначалу она кажется довольно простой, так же, как в принципе нет ничего сложного в том, чтобы ознакомиться там с двумя арифметическими действиями там в первом классе школы. Но со временем, согласитесь, не все же питают уважение к каким-то точным наукам, далеко не все, покидая школу, хорошо ориентируются там в физике, химии, не знаю, в языках каких-то и так далее, да? Таким образом, выходя за пределы школы, такой человек имеет какой-то базовый набор, более или менее ориентируется в чем-то, но помимо того, что он, конечно, еще не стал никаким специалистом, и даже после вуза не факт, что он станет там специалистом, тем более хорошим. Но вот в принципе то, что он освоил, как раз представляет собой разрозненный набор каких-то элементов. Вот боевое искусство – это вот не разрозненный набор. Это, да, действительно такая довольно специальная, интересная и глубокая наука, в которой изложено, каким образом можно добиваться тех или иных целей, не рискуя. Или каким образом можно снизить тот или иной риск, при помощи каких действий, каких специальных структур и так далее. Каким образом можно атаковать противника, например. Не просто там ткнуть кулаком в пузо, а каких результатов вы можете добиться при помощи каких действий, каким образом эти действия осуществляются, каким образом сводится на нет риск во время выполнения этих действий, как сделать эти действия менее энергоемкими, легкими для вас и тяжелыми для вашего противника. Вот это целая наука. И возвращаясь к теме, когда мы стараемся осваивать боевые искусства, мы, конечно, идем к первоисточникам, обращаемся к ним, пытаемся их как-то прочесть, осознать. И когда начинаем осознавать, наша практика боевая явно меняется. И от того, насколько верно мы понимаем мысли, изложенные в том или ином первоисточнике, настолько к лучшему или к худшему изменяется и наша боевая практика, согласитесь. Но в то же время здесь имеет место такой как бы замкнутый круг. С одной стороны, чтобы лучше овладеть каким-то боевым направлением, мы обращаемся к первоисточникам. Первоисточники начинают влиять на нашу практику боевую. И вот тогда мы осознаем еще лучше эти первоисточники, потому что именно на практике проверяется та или иная мысль, та или иная наука. И если что-то у нас не получается на практике из тех принципов, которые мы как бы почерпнули из первоисточников, то дело совсем не в этих принципах, а в том, каким образом мы пытаемся их применить, то есть в той степени осознания этих принципов, на которую мы, условно говоря, решились. Таким образом, получается, что вот практика и теория друг друга поддерживают, потому что теория была написана, опираясь на практику. И мы пытаемся практиковать нечто, обращаясь к теории. И именно тогда, когда мы практикуем это более эффективно, благодаря этой теории, мы начинаем осознавать эту теорию, понимать ее до конца. А это означает, что мы начинаем еще лучше ее использовать. Да, понимаете, вот этот вот замкнутый круг такой. Мы начинаем вращать вот это вот колесо, а когда колеса, ребят, вращаются, значит, мы куда-то едем. Но это была такая предыстория, сейчас уже к конкретному.
Мы можем взять третий джан Дао Дэ Цзина, именно по нему возник один из вопросов. И если у Ян Хиншуна, например, мы читаем, вот видим такой перевод, этот перевод так наиболее известен, популярен и так далее. Если не уважать мудрецов, то в народе не будет ссор. Если не ценить драгоценных предметов, то не будет воров среди народа. Если не видеть желаемого предмета, то не будут волноваться сердца народа. Поэтому правление мудрого человека делает их сердца пустыми, а желудки полными. Оно ослабляет их волю и укрепляет их кости. Оно постоянно стремится к тому, чтобы у народа не было знаний и страстей, а имеющие знания не смели бы действовать. Осуществление недеяния мудрецом всегда приносит спокойствие. Ну, наверное, обратили внимание на то, насколько странно, нелогично и порой даже бессвязно звучит то, что мы сейчас прочли. Конечно, можно это пытаться там воспринять таким образом, что вы как-то логически свяжете между собой вот эти вот несвязанные какие-то вещи. То есть между ними вы поместите целый ряд своих рассуждений, и только тогда они как-то начнут скрипя работать. Но какое это отношение имеет к реальности, вот к той жизни, которая вас окружает, какое отношение это имеет тем более к вашей боевой практике, остается загадкой. И дальше нам приходится пользоваться такими инструментами, как проекция, например, как интерпретация. Да? То есть мы начинаем либо пытаться проецировать нашу жизнь на эти слова, либо эти слова на нашу жизнь, убеждаясь, что что-то здесь не так, да? Либо начинаем интерпретировать это, что вполне естественно нас может удалить все-таки от этого первоисточника. Ну и так далее. Я сейчас хочу предложить вам несколько другой перевод. Не для того, чтобы сравнить эти два перевода, а для того, чтобы, ну, может быть, немножечко раскрыть все-таки смысл вот этого третьего джана. Итак, если не развивать мастерство, то и простого крестьянина не одолеешь. Если не копить ценности, а получать от них выгоду, то вору нечего будет красть. Если не иметь страстей, то и сердце не будет стремиться к опрометчивым поступкам. Мудрый учится следующему. Опустошает сердце, и его душа наполняется. Смягчает свою волю, и его характер закаляется. Люди не имеют представления о бесстрастии, полагая, что это отсутствие отваги. Среди них нет таких, кого бы нельзя было одолеть. Вот здесь вот уже логика начинает какая-то прослеживаться, да, и мы сейчас остановимся на отдельных моментах этого джана. Все целиком вот здесь вот комментировать я не стану. Я понимаю, что, с одной стороны, джан короткий, но комментариев можно написать там несколько томов, но это не является нашей целью, поэтому мы по нескольким буквально моментам пройдемся. Например, есть вот эта вот фраза, есть такой вот перевод. Люди не имеют представления о бесстрастии, полагая, что это отсутствие отваги. Ну, ребят, это то, с чем мы постоянно сталкиваемся, о чем мы говорили с вами во многих видео, на каких-то стримах, что есть такое, знаете, условное социальное поощрение некоторых ваших действий, которые считаются либо мужественными, присущими, то есть мужчине, например, да, либо отважными, либо какими-то решительными эти действия являются. И вот этот вопрос решительности, отважности, мужественности, ребят, он меняется постоянно. С каждой новой эпохой меняется представление о том, что такое мужественное, о том, что такое отважное, отчаянное и что-то подобное еще. Мужественным может служить поступок, а может быть одно слово. И совсем не обязательно грубое слово, а просто смелое слово, которое не сулит, наверное, вам ничего хорошего, но, по крайней мере, оно будет достаточно честным. Такое тоже бывает. А бывают и другие ситуации. Вот, в частности, здесь говорится о страстях и бесстрастии. И во многие эпохи, не всегда, но во многие эпохи, включено представление о том, что стремление больше предаться каким-то страстям, это отважно. Это так вот прям что-то в этом есть якобы. Ну, на самом деле, с точки зрения здравого смысла, с точки зрения многих религиозных направлений, многих философских направлений, это далеко не так. И стремление к бесстрастию в упомянутых мною направлениях человеческой мысли очень часто является таким принципом добродетелей, очищения себя и так далее. Но социум есть социум. Именно поэтому есть люди, умные, ну там глупые, умные и, наконец, есть мудрые. Да? Вот в Дао Дэ Цзине мы нередко слышим вот это вот слово «мудрый» или «совершенно мудрый» даже. Речь идет о человеке, который немножечко не в социальной теме.
он немножечко вне вот этих страстей, он немножечко имеет другие устремления, не считает, что что-то героическое есть в том, чтобы искать себе приключений на одно место, чтобы вести себя несколько по-животному и так далее. Вот об этом, собственно, эта фраза и была. Именно поэтому дальше там такая небольшая приписочка, да, среди них, то есть вот среди большинства людей нет таких, кого бы нельзя было одолеть. Опять, в контексте вот этой страсти, бесстрастности, да, мы видим, что именно на вот эту склонность к страстям, на эту замусоренность созерцания человек и ловится. Знаете, вот это вот, помните, да, без лоха и жизнь плоха, да, что на жадности, собственно, ловят людей, которых потом обирают, на взрывном темпераменте ловят людей, которых потом бьют и, не дай бог, убивают, на глупости ловят людей, которые пытаются выразить свое мнение категорично и так далее. Но вопрос, который вот возник по этому Джану, да, он касался несколько другой фразы. Мне просто нужно было обратиться вот к некоторым другим фразам, чтобы потом уже к ним не возвращаться, чтобы здесь все просто достаточно было закрыто по смыслу. Такие фразы, как, например, вот если не копить ценности, а получать от них выгоду, то вору нечего будет красть. Да, это тоже понятно совершенно. Эта ситуация связана с деньгами в обороте. А помните, я рассказывал вам о том, что понятие ци, вот это вот дыхание Вселенной, дыхание этого мира, да, оно в том числе осуществляется и через деньги. Я уже говорил об этом. На самом деле, это дыхание, это ци осуществляется через что угодно. Через смену времен года, через зацикленность суток, через зацикленность года, через зацикленность человеческой жизни, через многие-многие такие вот факторы, когда есть вдох-выдох, вдох-выдох, как бы, да, когда такая синусоида жизни вот такая, да, это и есть дыхание, это и есть ци. И в том числе вот движение различных факторов, которые вас окружают, явлений природы и так далее. Дождь пошел, потом солнце стало сухо, да? Ветер налетел, потом ветер кончился и прочее, прочее. Снег выпал, снег растаял там, например. Да? То есть мы понимаем, это и есть дыхание, дыхание Вселенной. И вот эти вот разные коллизии вашей жизни, если вы сами еще их не наращиваете, вот эту вот синусоиду еще, да, то в принципе вот эти вот коллизии вашей жизни, если к ним определенным образом правильно подойти, не в смысле там, ну, как-то там смириться с этим, так, ах, все плохо там и все, а в смысле научиться распознавать это дыхание и дышать вместе с ним, да, таким образом достигая общих целей. Знаете, так пафосно можно сказать, целей общих между вами и Вселенной, что ли, да, общие цели у Вселенной и у вас, там, условно говоря, да. Вот тогда это уже другой подход, другая ситуация, когда вы участвуете в процессе, на который вы не можете повлиять негативно, но вместе с которым вы можете действовать позитивно, да. Это как ветер, например, в море. Даже если он дует в противоположную сторону от той, в которой вам надо плыть, там, под парусом, умелый моряк может плыть и против ветра под парусом, как ни странно, есть такие методы. Это не значит, то есть, если вы встречаете встречный ветер, что вся Вселенная против вас. Это значит просто, что вы должны действовать несколько другим образом. Именно это и будет общей структурой ваших действий, действий Вселенной там условно. Таким образом, вот возвращаясь к теме, там, да, движение денег, это тоже такое вот дыхание Вселенной. Может быть, не самое такое интересное, там, может быть, не самое такое, которому стоило бы уделять много внимания, но просто это есть. С этим ничего не поделать, это существует. Поэтому, когда здесь говорится о том, что все деньги должны быть в обороте, там, по максимуму, да, если есть, конечно, что оборачивать и где оборачивать, да, то и вору нечего будет украсть. Да? Это говорит о том, что, вот, знаете, вот существует такая концепция как раз в китайском менталитете, что все, что застаивается, начинает гнить. Да? Вот как вода, например, застойная, превращается в болото, где нет какой-то циркуляции воздуха, там плесень, например, вырастает, да? Где человек не живет и нет движений каких-то, там разрушается здание, например, и прочее, прочее. Так и с деньгами тоже. Если они застаиваются, просто накапливаются где-то, не работают, не вращаются, то человек их лишается обязательно. В этом смысле, ну вот в данном случае, в этом джане Дао Дэ Цзина, например, речь идет о воре, который таким образом изымает вот эти вот средства.
Но сейчас все-таки вот к другой фразе, которая послужила, собственно, причиной вот этого видео и вот этого разбора Дао Дэ Цзина и конкретно третьего джана. Там есть фраза, что мудрый смягчает свою волю, и его характер закаляется. Да, такой парадокс опять. Мы уже говорили не раз с вами о каких-то кажущихся парадоксах, которые вообще парадоксами на самом деле не являются при ближайшем рассмотрении. Но на первый взгляд, ну да, кажется, что что-то совершенно непонятное, несопоставимое здесь. И вот как же так-то? Волю смягчаешь, а характер закаляется. Да, странно очень звучит. Это можно на нескольких примерах продемонстрировать. Ну, например, один из самых простых примеров заключается в том, что если вы в условиях ограниченных ресурсов, а мы все живем именно в таких условиях, так вот, если в этих условиях вы уступаете в несущественном, то легче, естественно, достигаете существенного. В этом смысле вот это вот условно смягчение воли, не проявление какой-то категоричности и принципиальности по незначительным вопросам, однозначно формирует ваш такой характер, который позволяет не отвлекаться на частности, а идти к конкретной цели, не тратить все свои ресурсы на незначительное и стремиться к значительному. Это один просто из примеров. Другой из примеров, ну опять условный достаточно, надуманный, наверное, да, мы можем сейчас представить как ситуацию, при которой человек не ведет себя, ну опять категорично, жестко по отношению к окружающим людям. И даже в некотором смысле ему приходится выдерживать их прессинг и давление. И именно в таких условиях он формируется как личность. И в таких условиях он учится не давить на окружающих людей, а оказываться не под их давлением. И это и формирует его характер. Это просто как один из примеров, который, кстати, свойственен вполне многим подросткам. Как видите, Дао Дэ Цзин не так уж сложен. Но опять, только когда он каким-то образом коррелирует с вашей практикой, или когда вы пытаетесь такой корреляции достичь. И как видим, для нас, как для бойцов, здесь немало. В каждом джане на самом деле написано. Хотя о чем-то боевом тут, ну, вроде бы как и не сказано, но на самом деле практически каждая строка имеет отношение к нам, к формированию того, что мы называем бойцом, к формированию личности бойца и так далее. Вот все, что я пока хотел сказать по этому поводу. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, жать колокольчик, подписываться на разные ресурсы, о которых все сказано внизу в описании к видео. И счастливо! Хороших вам тренировок и освоения первоисточников!